Так, ребяточки, всем привет, меня зовут Виталий Андреевец, собственно, вы на моем YouTube-канале. Как обычно, сегодня распаковочки и обзоры. На распаковочке обзора у нас сегодня находится вот такой вот ароматизатор от фирмы Xiaomi. Называется Eshell Aroma Diffuser. Вот, ну, как-то так, ребяточки. Спонсором данного выпуска является интернет-гипермаркет Xion, который находится в городе Гомеле. Ссылочки на нее будут в описании, переходите, покупайте, очень дешево и эффективно. Собственно, у нас сегодня стоит стаканчик воды здесь, потому что эфирных масел у меня нет, к сожалению, дома. Вот, мне их никто не подарил, поэтому будем просто воду наливать и смотреть, как это все работает. Собственно, переходим к распаковочке этой штуки. Вот она у нас запакована в такую вот чудную-причудную упаковочку. Вот здесь есть такой мануальчик у нас. Вот, ребята, здесь все рассказано, как подключать на китайском языке. Да, только на китайском, походу, получается. Интересно. Ладно, есть такой кабель USB-C. Вот, для питания. Ни аккумулятора нет. Вот, и, собственно, больше ничего нет внутри. Поэтому вот ароматизатор. Ароматизатор воздуха, ребят. Вот такой ароматизатор. Здесь сверху такая снимается наклеечка красивая. Вот, и смотрите, вот такой вот пимпочка здесь. Очень, ну, кстати, смотрится очень классно, я вам скажу. Вот. По характеристикам пройдемся попозже. Вот сейчас посмотрим, что тут внутри вообще встроено. Ага, вот здесь смотрите, какая система. Вот. Здесь заливается вода. Вот и, собственно, тут все просто. Нажал, и все работает. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас, ребят, посмотрим. Так, пробежим сейчас по характеристикам немножко. Мощность 5 Вт, емкость 120 мл, время работы 6-10 часов, материал корпуса пластик, контроль сухого включения, контроль уровня воды есть, принцип работы ультразвуковой ТДК-распылитель, вес 360 грамм. Так, ребят, взял свой, собственно, кабель, подключим сейчас его в Powerbank. Powerbank такой вот у меня есть. Нальем водички немножко сюда. Вот, смотрите, здесь, не знаю, попробуем. Надеюсь, не разолью, но пускай так будет. Так, потом у нас по инструкции эта вся штука, собственно, накрывается. Вот. И у нас здесь, я так понимаю, как-то вот так, наверное. Вроде бы. Или нет. Или нет. Или вот так. Нет, все-таки вот так, все правильно. Ну, подключаем, ребятушки, здесь. Подключаем здесь. Собственно, включаем. Сейчас смотрим. О, смотрите, как красиво. Очень даже. Очень, ребята, очень интересно. Такой. Вот это реально. Можно еще менять, кстати, подсветочку здесь. Вот, если видите. Я надеюсь, видно. Видно? Вот, ребят, подсветочка зелененькая, красненькая, синенькая. Ну, очень много подсветочек. Очень красиво смотрится. Что ж, ребят, в принципе, вещь реально очень крутая. То есть я удивлен. Я сразу скажу, что стоимость этого девайса на день съемочки 50 рублей всего лишь, ребят. Вот сюда аромамасло еще добавить, если вот так вода красиво выходит, то довольно приятная вещь. Поэтому, ребят, даже рекомендую для подарка. Я, может быть, себе вот такую даже штуку прикупил. Очень интересная вещь, классная. Ребят, спасибо за просмотр. Покупайте вещи в Xiaomi. Вот. Пишите свои комментарии, у кого есть данный ароматизатор. Будет интересно послушать ваши мнения, отзывы. Вот. И всем пока и доброго дня или вечера.